Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов передал для мобилизованных солдат дополнительное снаряжение. В коробках сменная обувь, термобелье, предметы личной гигиены. Чтобы забрать гуманитарную помощь, Сергей в Посад приехал депутат окружного совета Денис Охромкин, который недавно сам вошел в число добровольцев. Ситуация с погодой, она очень неоднозначная. У нас мороз, земля встала, то есть, а там пока еще температура плюсовая, и поэтому очень-очень сильная грязь, сырость, слякоть. И для того, чтобы у ребят была возможность иметь сменное белье, сменные ботинки, чтобы они могли в любой момент переодеться, переобуться, вот мы обратились к Сергею Александровичу и повезем это и адресно для наших мобилизованных ребят, и тех ребят, которые там же будут нуждаться в такой же помощи, потому что мы не будем разделять на своих или не своих. Гуманитарный груз в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции. Напомним, в Сергиево-Посадском округе работает центр помощи мобилизованным и членам их семей. Обратиться в единый центр можно по телефонам 8 926 913 01 93 и 8 985 576 87 76.